Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Феномен, и это новый выпуск рубрики «Феномен одобряет», где я делюсь своим и только своим мнением и высказываю свою точку зрения на разные темы, и сегодня я одобряю новый фильм от мастера своего дела, назовем это так, а именно от Кевина Смита. Хотя я даже не подозревал, что режиссер таких классных комедий, как «Клерки», «Клерки 2», «Тусовщики из супермаркета» и, конечно, «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», сможет снять такой сильный в плане эмоций фильм ужасов «Бивень». И я не побоюсь назвать этот фильм, ну пусть не лучшим ужасником, ну как ужасником, это скорее страшный триллер, но он один из лучших за последнее десятилетие. Да, немножко настораживает начало, и Джастин Лонг в главной роли, который вначале немножко даже надоедал, но потом он начал показывать себя с другой стороны, и его актерская игра меня очень удивила. И знаете, вот чтобы без всякой лишней фальши, скажу так. 20 минут в начале фильма ты сидишь и не понимаешь, что вообще происходит, тут вообще что-то будет, и потом просто как снежный ком фильм набирает обороты, ты уже не в силах оторваться, ты начинаешь переживать за главного героя, которого в начале фильма ты уже списал со счета. Ну а серийный убийца? Нет, пусть он останется некой загадкой. Я не знаю, серьезно, не знаю, как передать все эмоции, что я испытал после просмотра фильма. Так что если вы тоже хотите ощутить незабываемое ощущение после просмотра фильма, а если честно, то сейчас это редкость, то я советую вам посмотреть фильм «Бивень» от Кевина Смита. Это просто бомба. Ну а чтобы немного подогреть ваш интерес, то вот описание фильма. Журналист Уоллес Брайтон уехал брать интервью и исчез навсегда. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляется на поиски. Поиски приводят пару к полицейскому в отставке, который много лет занимается поиском пропавших людей и который рассказывает им, что есть некая закономерность пропажи людей. Люди пропадают, а потом находят их обезображенные кости. Полицейский думает, что все это дело рук серийного убийцы, считая, что Уоллес каким-то образом попал в его руки. Троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасно, что в нее просто невозможно поверить. Так что, чуваки, я фильм одобряю и советую всем, но только не тем, кто слабонервный. Увы, ребята, этот фильм не для вас. Ну а все остальные смело смотрите, и я обещаю, что этот фильм вам подарит целую бурю эмоций. Ну а если тебе понравился этот выпуск «Феномен одобряет», то поставь, пожалуйста, лайк и подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока, всем приятного просмотра.